Мы продолжаем наш выпуск. В администрации городского округа Люберцы прошло внеочередное заседание Совета депутатов. На этот раз народные избранники проголосовали за принятие в муниципальную собственность более 50 автодорог. За это решение проголосовали все 23 депутата, которые присутствовали на заседании. Всего в муниципальную собственность округа вошли 33 дороги в Люберцах, 10 в поселке Октябрьский, 3 в Малаховке, 5 в Краскове и 1 в Томилине. Управлением дорожного хозяйства совместно с блоком имущества администрации городского округа Люберцы проверено 52 автомобильные дороги, находящиеся в границах городского округа Люберцы. Данные автомобильные дороги не являются частной собственностью регионального значения либо федерального значения. Егор Бундин добавил, что целью включения этих дорог в муниципальную собственность служит их последующий ремонт. Он запланирован на 2019-2020 годы. Луиза Егазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.